Личная трагедия подкосила выдающуюся телеведущую. Весной в жизни Светланы Моргуновой произошло несчастье. Не стало ее единственного сына, который скончался из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом. Друг и коллега знаменитости диктор Владимир Березин сделал шокирующее заявление, что любимой публикой Светланы Моргуновой больше нет. Березин объяснил свои слова тем, что жизнь телеведущей после смерти наследника буквально разделилась на «до» и «после». Он рассказал, что сейчас с диктором невозможно говорить, а все разговоры сводятся к тому, что Моргунова просит привезти ей алкоголь. Просто Света, Светлана Михайловна, живая, по-разному себя чувствует. А Светланы Моргуновой, звезды эстрады, народной артистки больше нет, поделился Березин с журналистами издания «Собеседник». Диктор подчеркнул, что многое в жизни звезды изменил диагноз деменция. Артистка потеряла смысл жизни, когда умер ее сын. «Я сдохнуть хочу», признается Моргунова в разговоре с другом. Сейчас Березин старается поддержать свою подругу, но делать это все сложнее. Ему действительно жаль, что судьба той, кому завидовали и подражали, сложилась таким образом. Напомним, что сын Моргуновой скончался в мае этого года. Причиной стал коронавирус. Сначала болезнь протекала в легкой форме, однако в один момент мужчине стало хуже. Предположительно, заразился наследник диктора, когда делал телемост к 9 мая. Друзья и коллеги Светланы Михайловны отмечают, что после смерти наследника артиста заметно сдала и очень похудела.